Лаки очень жестко вчера попадал. Лаки украли фраг. Ой-ой-ой, хороший. Там и Мака дал килл, и все, Моноси тоже упал, и остается один Снакс. Снакс одного забирает, второго забирает. Снакс один на один против молодого. Есть, битва поколений. 90-е против 2000-х. И нет лучше школы, чем старая школа, блядь, как говорит. Так, ну что, Илья у нас готов выходить с фона вместе с Малпсом на размен. Красный проходит, знает, что за плунтом убирает его Илюха. Еще одного забирают. Справляются. Просто стерли в порошок своих оппонентов. Ну и экзерсайз остается сейвить кольт. Вообще без шансов, если честно, выглядел этот выход очень уверенно по стрельбе от Ильи. О, тут реакция что-то не то. Кукри. Кукри ножик. У всех кукри ножики. Всем падал кукри нож. Ты падал кукри нож хоть раз? Вот меня один раз упал и все, и то какое. Почему у них такие охуенные ножи? Мне какая-то какаха выпадает. Игорь, я ж тебе кучу раз говорил, я открыл 1000 сундуков, ты мне вот все не веришь. Я ни разу никаких ножей не видел. А ты считал, что 1000, или ты так на глаз прикинул? Мне просто интересно. Вот эта ситуация, как ни крути. Ох, как они запилили. Ваусер раскрутился. Все понял, и по пульке пытается, посмотри, 4 патрона. Уверенно от Малпса. Играет и Гравити справляется со своей позицией, несмотря на то, что его должны были первым убивать. Перекрестный огонь, Малпс. Максималочка от Малпса здесь была. И попытка от Лаки забрать игрока. Бомба устанавливается. Как он ему пощекотал нервы, но дальше все. 1-3 это не видно, же, да? То, что не как-то на рандом играет, а именно отжимает позиции, не пытается не умереть, контролит. Вот Моноси контролит Б-пуш, там Гравити подставился. Отжимание обратно на мейна. Малт слепой, могут его сейчас забрать. Да, есть хороший размен. Ну, тут чувствуется реально. И все ждут, судя по всему, Снакса, который должен играть здесь первый. Знает про окно. Плент слышали жестко. Ой, сыграли. Как же красиво. Очень жестко. Один на широком выше убил Плент, другой сразу девятку смотрел и никак не смогли сыграть вместе 3D Max. И забирает еще один раунд G2. И о том, ну вот об этом я и говорил, что закрепиться надо, но вот будет тяжело. Слушай, после прошлого матча этот матч просто как бальзам на душу. Это просто какая-то, как будто мы, ну, пришли. Вот дрянь, ты чувствуешь, да? Как он слышал то, что его прожали. Прогоняет соперника, открывается под флеш, выбивает его и находит под коннектором Джоко, забирает, 30 хп осталось у Снакса. И дальше идет выход от его тиммейтов на базу Б, но не самый успешный, они потеряли основную огневую мощь. О, там Мака из Мака вышел, и просто Мака еще забирает одного. Это квадро, и Малпс падает на коннекторе, его Лаки не пускает играть против Авика. Вот это да, вот даже Попал. Красиво. Гранатка. Флешечка, это не гранатка. Еще одна флешка за спину экзерсайсу. Он на 2 шага впереди. А почему? Флешки такие. А что за флешка? Не, а куда флешка-то летела вообще? Типа для чего? Чтобы против дверей только? Флешка тупо против дверей. Тип на стенке в итоге, сыграв нестандартно, хоронит эту попытку внедрения на центр. И борьба за последний раунд от 3D Max уже реально. Это реально борьба. Это реально борьба, успеет ли? Так, успеет вернуться на здесь Лаки. Тиммейт еще пока не пропустил мейн. Снак стопает. И экзерсайз забирает Моноси. 2 в 5. И их просто поджали. Поджали с базы Б. Минимум взяли за защиту. Это неплохо. Ну, не минимум, а еще надо один. Ну, еще один. Из того, что в последнем матче. Не поймите меня неправильно. Так, у нас экзерсайз проспал в итоге Малпса. И команда G2 просто пушит базу. А Мака пытается встретить в упоре, забирает первого. Так, Мака. Мак, кстати, попадает. Ну, два минуса делает. Еще одного смог. А в ответ на опыте ветеран соревновательной сцены Солянова разносит просто ассайд. Ставит бомбу еще, но это мега MVP от Снакса. Остается Гравити с Джока, которые вряд ли здесь уже сыграют. Но Гравити неплохо стоит, может убить двух, если повезет. Первого забирает, а второго не ожидал увидеть. Но это спина к спине разыграли. Джока один на один со Снаксом. Вновь, друзья. Считается, что у тебя Снакс батя. Сейчас услышит, все, услышу, что он упал. И просто подловил его спокойненько. Просто в жбан дал с китов. Бля, по-любому вот успеют разминировать. Поехали. Джока делает заезд. Он под флешку сыграл, если что. Там позиции Илюхи зарешала.
И Люрк смог приземляется, Хантер начинает мутиться, но его должны смотреть. Там, сейчас развейку, там как будто залагало. Погоди, остался Батя. Батя! На месте, говорит Снакс. Свой минус делает, 34 хп. Шифтом уходит из опасной позиции. Лаки его пытается обнаружить. Снакс не перестреливает Лаки. Теряют бомбу игроки команды Дуту. Лаки! Но удача продолжает прессинговать Ника. Говорит, откину-ка я коктейля. Перезарядился. Лаки не самая лучшая позиция. Сейчас Ник просто сверху его пикнет, убьет. Лаки-плаки сейчас будет. Пока... Там два игрока, смотри, стариспа перетягиваются. Пока что не рискует. Вот начал рисковать, да, легкий фраг. Должны, ну, как-то на размен играть. Экзерсайз. Надо подождать, надо потерпеть. Отлично. Оставил дым, не дал сыграть Мака на центре. Аплент никто не смотрит. И экзерсайз дает понимание по своей позиции. Ну и 35 секунд до конца раунда идут проверять мид на центре Мака. Мака никуда не уходил. Как их сейчас запрут? Прям в сердце. Прям в сердце. И Мака еще сейчас убьет одного. Не, не убивает. Ой, его. Не убивает. Ну вот этот репик и 20 секунд успевают перебежать на точку А. Сейчас откидывают флешку, все спалили. Ну, надо было, как говорится, надо было уходить после минуса, но убив Илюху, он, наверное, подумал, бля, Монаси убил, надо тащить, это мое. А потом не повезло. Ну, 2-1 залить нереально, да, такую бомбу. Забирают 9-й. Ну, особенно G2, смотри, там еще под флешки. Ой, как идеально сыграно. И Малпс просто заканчивает. И берут 9-й раунд команды G2. Но не идеально было показано. Не видит никого. И вот первый контакт. Просто упали. Ой-ой-ой, там просто разобрался Лаки. Урона 0 нанесли на троих. 0, ты понимаешь? Монус, Ника, Хантер. И теперь Малпс и Снакс отдуваться. Снакс! Держал планку до конца. Но двух забрал на этом все. Вот это да. Вот это, конечно, кринзалеточка у нас зашла. Квадрокил от Лаки по итогу. Ну, хоть один минус от него я увидел. И Фордс от команды G2 покупают. Плешечка у Хантера появляется. СЗшечка у Монуси. Надо, кстати, посмотреть за Монуси, как он с СЗшкой играет. Может, это мета новая. Гравити против Монаси. Монаси против Гравити. Илюха одного забирает на врыве. 3-2. 3-2. 2-2, друзья, благодаря Маке, который сделал размен. Инфа по бомбе была. Ника в коннекторе. Снаксу надо идти в спину. Ника играет на... Ника не играет. И ветеранка соревновательной сцены остается вновь один тащить своих 4 мешка на себе. Как Снаксу тяжело. Реально мешки сегодня с ним играют на серваке. Ну ладно, кроме Малпса 3 мешка. Даже Илюха в мешка превратился. 7-8. Что за безобразие? Тебе что, 45? Ну это реально безобразие. Счет 9-4. Там 2 красных. Ну, Снакс. Ой, сейчас Снакс, ну повернись направо. Какой тайминг, не замечает. И только в последнюю секунду. А где тиммейт-то все время где-то обходил? Джок и его искал. Все шансы Снакс сейчас выиграть. А он не понимает, куда ушел Снакс. А Снакс ушел на КТ, Джока на пленте. Снакс хороший может оказаться в позиции. Снакс все время куда-то идет, не останавливается. Ему кто-то... Ну, он как этот, он как игра, как Half-Life. Как там в документалке Габин говорил. В этой игре все должно двигаться, что-то должно происходить. Идеальная бомба для Снакса. Давай, давай, ветеран! Было близко. Я уже испугался на секунду. А что ты испугался? Мэджиска получается. И зоника. Да, и тренера. В тренера верят до конца. Просто подумали, что мешков он не может тренировать. Слишком тяжело. Снакс! Мощнейший смог. На 3 шага впереди находится этот парень. Граната в плент. Тиммейт у него вообще ничего не сделал. Снакс пытается как-то ультовать, но... Там к нему в дым делает просто шум, залезли. Там, да, в девятку залезут, его еще там убьют. Снакс вообще... Нет, Снакс все-таки как-то прочитал. Там просто в стенку уперся. Снакс все-таки погиб. Неужели переворачивает этот 3D Max? Или нет? Гравити против Монаси. Красный... Монаси! Сокрил. Просто, красный. Ну да, на стрифе, будучи красным. Но в голову, видимо, целился его соперник, поэтому где-то замешковался стрельбой. Илюха теперь уже вытягивает сложную по размену ситуацию. 3 минуса за раунд. И обратите, пожалуйста, внимание, что 2 раунда подряд это все происходит. Больше всего снайперов.
Один. На просцене. Один. Не, ну на просцене. Да, один снайпер на просцене. Лучший АВП мира. Брат Алексея Костылева. Все его знают. Забыл никнейм. 3 в 3 ситуация, друзья. И выход на базу Б состоялся от команды 3D Max после размена в коннекторе. Пошла бомба. Не, ну серьезно. Уже обходит потихонечку 2 КТ. Ну сколько снайперов? Ну давай, ну 10 ты точно можешь отобрать. Ну, с натяжечкой можно, конечно, поискать 10. Пиздец, берешь топ-20 команд, и там точно найдется 10 снайперов. Ну, Гог, ну ты чё, а? Не, ну как их нельзя назвать снайперами? Понятно. Ладно, ну Снайкс бы занял там последнюю строчку. Опять выбивали тебе, удается провернуть. Падает бумейн, бомба стоит на кон. Надо разминировать. Прикрывать это должен был Мака. Мака! Забыл, как стоит. Ай-яй-яй-яй. Опять. Мака! Ну, как близок был. Ну, бомба неудобная. Если начать с второго Best of 3, мы смотрим второе, третье Best of 3, потом час перерыв на обед и потом третье. Ну, вообще красиво. Такого даже на ESL не было. У нас Лаки Мака убили базу Б, но это похуй. Тут выход-то идет на базу А. Здесь у нас Илюха. Говорит, Илюха, говорит, вы куда? Что, ебанулись, пацаны? В дым выходите? Алло! Опа, промутился. Ой-ой-ой, Илюха что-то уже, ну... Ну, он не знал про него. Он зашел... Он там... какой-то начал этот, КЗ-мапу играть. Там буквально по таймингу повезло. Ну, на чили, на расслабоне Илюху захотел финишировать, но, как видишь, придется побороться. И 12-5. Ну, просто не бывает. Не нашли способ. Но, может быть, сейчас могут взять раунд. Два фамоса, пару пистолетиков. Там уже агрессия на А, мейн продавили. Два игрока перетягиваются на Б. Тут выход в... Ой-ой-ой, там мультикиллы пошли. И преимущество у G2 тут просто в секунду. Хороший смог. Пошла пачка. И устанавливают бомбу. Будет тяжело все равно удержать. Ну, пока в коннекторе Снакс. Танцы есть. Проверяют Снакса. Готовы к нему, Снакс. А, не, ну ты че, у Снакса огромное преимущество. Смотри, они его не увидят. Увидели, он, но уже после. Почти второго. Один в два, Мака. Дабл дэмэдж дал. А, не, только по одному. Попаха, чо? Ты последнего. Нет, говорит Илюха. Оформляет богатырский с Фамаса. Это 13-5. Это вам не 3D.